Здравствуйте! Вы на канале Вики Рецепт, и сегодня я покажу, как я готовлю простой и вкусный салат из пекинской капусты с огурцом и кукурузой. Это рецепт моментального салатика на каждый день. Готовится он каких-то 5 минут. Достаточно только нашинковать овощи и сделать заправку. И вот эта заправка и делает повседневный салатик очень-очень вкусным. А какие ингредиенты вам потребуются, вы можете посмотреть под видео или на сайте blogrecept.ru. Для этого салата я беру половинку кочана пекинской капусты. Вес этой половинки получился 700 граммов. Разрезаю сначала вдоль пополам, а потом шинкую поперек соломкой. Шинкую и нежную зеленую часть, и сочную белую. У пекинской капусты она не грубая и будет приятно похрустывать в салате. Огурец нарезаю тонкими четвертинками. У меня он довольно большой, поэтому я взяла половинку. Небольшой можно нарезать весь. Кладу овощи в миску. Туда же добавляю 3 столовые ложки консервированной кукурузы. Для заправки мелко рублю ножом небольшой пучок укропа. Буквально 3-4 веточки будет достаточно. Жесткие стебли у них я удалила. В чашечку кладу 3 столовые ложки майонеза, наливаю 70 граммов сливок. Их можно заменить парой столовых ложек сметаны. Добавляю 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку горчицы, солю и перчу. Кладу рубленый укроп, перемешиваю и получаю вкусную заправку для салата. Заправляю ей салат. Салату не требуется ни охлаждение, ни пропитка. Более того, они противопоказаны, так как постояв, овощи начнут выделять сок и салат станет водянистым. Поэтому сразу на стол. Сейчас я его попробую. Очень вкусно! Хрустящие овощи, сладкая кукуруза и заправка, которая очень хорошо оживляет салатик. А более подробно, с пошаговыми фото, вы можете посмотреть этот рецепт на сайте blogrecept.ru. Также у меня есть каналы на Яндекс.Дзен, на YouTube, на Рутуб и в Telegram. Есть группы ВКонтакте и в Одноклассниках. Все ссылки вы найдете под видео или в профиле. Подписывайтесь на удобный для вас формат. И не забывайте ставить лайки. Приятного вам аппетита!